Телезрители подобрали имя сыну Малахова. Шоумен и его жена определились, как назвать своего первенца. 2 дня назад Андрей Малахов предложил зрителям программы «Прямой эфир» на канале «Россия-1» проголосовать за одно из двух имен – Николай или Александр, в честь князя Александра Невского, участника ледового побоища. Победил второй вариант. Счастливые родители назвали сына Александра. На передачу, посвященную рождению первенца Андрея Малахова, пришли звезды шоу-бизнеса, также недавно отметившие пополнение в семье. Рассказали о чувствах по этому поводу Влад Соколовский и Рита Дакота. А Галина Юдашкина и Петр Максаков, ожидающие второго ребенка, присоединились к пожеланиям знакомых в адрес ведущего программы. Сын у ведущего родился на прошлой неделе. Жена подарила ему очаровательного мальчугана в подмосковском клиническом госпитале. И уже спустя неделю после родов постраневшая мамочка появилась на светском мероприятии. Для 45-летнего Андрея Малахова и 37-летней Натальи Шкулевой пополнение в семье стало одной из самых радостных моментов. Во время ожидания ребенка супруги долго не говорили поклонникам и в прессе о том, кто у них родился, мальчик или девочка. Может быть, опасались спугнуть свою радость. Супруги давно задумывались о ребенке, мечтая завести малыша, но Наталье Шкулевой удалось стать мамой только теперь. О будущем ребенке Андрея Малахова стало известно на 6-м месяце беременности его жены. И хотя срок был внушительный, супруга телеведущего присутствовала во время его дебюта на записи пилотного выпуска программы «Прямой эфир»